наостанок хотів вас запитати, почути якусь оцінку. Чи вдалося переломити хід протистояння на Сході, за вашими оцінками, чи це все? Ну, я думаю, що перелому поки ще не наступило, але близько к этому. Чому? Тому що, розумієте, дуже трудно. Тут не тільки, скажімо, залежить від ефективності дій самих наших учасників антиросійської операції, але це дуже сильно залежить, наприклад, від зовнішньої підтримки. То есть дадут России, скажем, и дальше давить на Украину, в том числе переправляя вот эти вот силы через границу? Будет ли перекрыта граница? Сумеют ли наши политики консолидироваться? Почему? Потому что окончательный результат вообще-то антироссийской операции – это стабилизация ситуации. И тут вот эти результаты, когда происходит отделение террористов от населения, население тоже должно быть подхвачено, скажем, привлечено к диалогу для того, чтобы показать какие-то экономические результаты, какие-то социальную направленность действий нашего правительства. Иначе результатов не будет. Страх будет царить внутри этого населения, и никогда мы не добьемся вот этой стабилизации. Необходимо тут же, говорю, подхватывать вот это население, уводить его хотя бы идеологически, хотя бы информационно вот из этой радикальной среды и работать с ним.